сына не служит. Ну вот опять, вот как сына не служит? А если не сына служит, то это как? В общем, мы тут спасаем Сашку-дурашку от этой Глаши. А что случилось-то? Да ей кто-то предсказал, что она под Новый год свой принца встретит. А у нас тут один жених появился. И тот из другого леса. А мне отец велел себе невесту найти. Ну вот это ваша Глаша, ну не понравилась она мне. Так это же я во всем виновата. Я хотела ее кручить. Ну чтобы хоть как-то отвлечь от издевательств от бедной Маши. Вот и переоделась в цыганку, да снегу подкинула, чтобы она мне поверила. Теперь получается, что она все обманывает. А у меня есть предложение. Спасаем Машку и... Постойте! Кто такая Маша? Ну, замуж ей рано, она еще маленькая. Нет, вот интересно, как пирожки печь, дрова колоть, печь напить, она не маленькая. А как замуж, так маленькая. В общем, мы ее в берлогу и прорабатываем план по спасению леса от Глаши. Так, стоп. Сейчас я не верю, Сима, ты чего не спишь? Ты чего? Кто спит под Новый год, да еще и в берлоге? В нашем лесу
что угодно. Так что слушай, возле моей берлоги что-то ручейка. Так вот, на его берегах круглый год растут цветы. Вот. Так что дерзай. Спасибо, Миша. Маша, я скоро. Я скоро! Друзья, давайте устроим новогодний розыгрыш для Глаши. Маша, что твое последнее задание? Снег унести от дома. А, не кричать, если убежишь, не бог. Ага, значит так, наберешь снега, по команде будешь кричать. А ты, Ивейк, кто? Будешь изображать жениха? Я даже не человек, хотя непонятно кто. Ну, хоть чуть-чуть побудь человеком. А я буду сидеть в засаде и жутко помогать. Да, значит, ты будешь нам помогать. Будешь задавать разные вопросы Глаше. Ну, это я умею. А ты, Мишка, заберись на дерево и поднимайся с приближенной на Глаше, чтобы ее напугать. А что, если она испугается? Да не переживай, она не испугается. У нее крепкие нервы. Все по-моему, сам? Стойте. А если у нас все получится, то к нам придет Дедушка Мороз и поздравит нас с Новым годом. А у меня какая команда-то будет? Для тебя, как только она появится, для остальных сильная обида. Все будет по местам. Так что? А с чего вы взяли, что они именно сюда придут? Ну как, их там исключение. Они же по всему лесу жениха ищут. А здесь они еще не были, значит скоро будут. Все, тихо, ждем. Мамаш, говори, что видишь? Снег вижу. Ага. Юки. Ага. Палки из дома, снег, Глашенька. И что, женихов-то совсем не видать? Ну, принцип пока не видать. Пап! Поселилась зима.
Я, конечно же, буду с тобой и сегодня, и завтра всегда.
Еще раз наши ребята покажут вам.